Приветствую всех владельцев русской механики. Сегодня у нас посылочки из Китая. Бензошланг. Сейчас будем смотреть, подходит, не подходит. Вот такая вот подушечка. Ставится она на руль. Вот сюда. Но это из разряда, если зубами ударитесь, чтобы потом не с земли зубы собирать, а отсюда их повыковыривал. Она мягенькая. Вот. Ну, выглядит неплохо. И это у нас аж третьи светодиоды. Вот в такой вот коробочке они пришли. Это, ребята, у нас Джум. Джум, то есть это не Алиэкспресс, это Джум. Но я попробовал, как она там вообще рекламирует-то у нас, что все там идеально, то вы что там, по 100 рублей чуть ли то, что на Алиэкспресс вот пришла, ну вот в такой вот мягенькой упаковочке. Но про что хочу рассказать. Скорее всего, это на этом сайте Джум товар, который не продали, может быть, с поврежденной упаковкой, там еще что-то какие-то там у него есть недостатки. Я еще не проверял эти лампы. Вот. Вот так они выглядят. Здесь с вентилятором. Обошлись мне они всего-навсего в 400 рублей. Вот. Поэтому вот вроде решил заказать, там попробовать. Ну, может быть, там будут лучше, чем сейчас у меня стоят. Вот. Так что сейчас буду ставить потихоньку, но на лампы придется отдельно обзорчик снять. Установил я вот эту поперечину мягкую. Значит, мне всегда не нравилась вот эта вот часть у русской механики, как они ее обыграли. Тут руль какой-то торчал, никакой у них там ни пластиковой накладочки, ничего не было. Вот. Ну, я давно в Китае ее присматривал. Вот. Но она каких-то денег нереальных стоила, там 800 с чем-то рублей. Это вообще просто с ума сойти. Вот. Ну и тут какая-то была распродажа, там, мне не знаю, там, ну, в общем, за 400 рублей мне ее китаец отправил. Вот. В принципе, неплохо смотрится. Вот, она немножечко чуть-чуть шире. Вот. Но встает нормально. Что касается шланга. Тут, конечно же, ну, нет слов просто. Это какая-то капельница, а не топливный шланг. Я не знаю, на какой-то квадроцикл, может быть, на совсем какой-то маленький, на 150-кубовый топливный шланг. Вот. Ну, пришлось мне поставить вот такой топливный шланг, бензостойкий. Это, насколько я помню, от ВАЗ, 2106, тормозная система. Вот. А это у нас тоже там от какой-то у нас тормозной системы идет. Нет, это бензошланг. Вот. Ну, это вакуумник, соответственно, понимаете, да? Это вакуумный, а это топливный. Я их поменял, потому что все те, которые стоят, они перетерлись, начали сопатиться, там вообще какие-то как мыло стали. Это уже нормальные шланги. Ну, Китай, что хотите. Ладно. В общем, обзор фар будет чуть попозже. Вот, а все остальное, в принципе, на 50% подошло. Будем теперь зубы выковыривать из резиновой прокладочки. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч.